потрачу здесь. Оп, по таймингу. Бах, нормально. Бен, это херня, я еще не посмотрел. Если Леша, тебе еще потом останавливаешь? Да, да. Поэтому все окей. Комменты Твиттера под стримом? Ну, комменты это тоже 10 из 10, но не так круто, как клипы. Тут еще вообще в последнее время. Скоро все перебегаемся сюда. Салочка. Вот еще эти зайдут, если на нас ваши. Честно. Вообще. А может они подписывают болить клипы, если правильно. Пофиг вообще. Блин, Хитченс. Блять, на твою мать! Хитченс, я не играю в шутаны, все равно, чувак. Название топовых клипов, да. Биты самая лучшая, что-то нет. Блять. Я не прошел Metroid Prime, потому что у него посольственное управление. Да не сюда. Блять, ты аутист, твою мать. Принц аутизма, блять. Эти там. Да, сейчас включу. Сейчас перестану играть на камеру. И сейчас все пройдем быстро. Раз меня спалили, так. Блять, я на него не наступил. Я не помню, Да это вброс, да нифига не заключено. Я нашли какой-то аутист Павел про пазлы. Сам подумай, блять, пазлы собирать заключено. Я ему то же самое тогда и сказал. Я не помню на Твиче, что в правилах креатива было запрещено. Это же креатив. Ну. Это же стример креатив. А сейчас слышал у тебя заебись. Тоже лучшее, что могло быть на Твиче. Блядь, что так проиграл, это видео. Смотреть, блядь, как люди едят. Мне больше всего нравится, короче, когда кто-нибудь из наших там в топ вылазит, там, когда я там стримлю, зануда стримит, слушай, и там такой пиздец в чате начинает твориться. Какие-то вообще аутисты приходят там, английские, говорят, воу-воу, Russians. А их боятся, ну хера. Смотри, вообще пошло. Это все из-за голубков. Книги на стрим читать нельзя, потому что ты читаешь чужое произведение. Свое можешь. Ты можешь писать, да, ты можешь типа писать свою книгу, например, на стрим. Так можно. Слушал Слипин. Я мечтаю слушал Слипин, да. Вообще с 10. Ты будешь смотреть или ты будешь стримить? Стримить. Я уйти смотреть, как другие спят. Брови. А. Соберись. Собрался. Собрался и уёбывай нахуй отсюда. Со своим принц Персии, блядь, заебал. Я не могу, а я не знаю, как на ней играть. Она настроена по-другому. На ком? На укулеле. Говорят, изи. Я просто не представляю. У нас не слышал слепень, я разрыв шаблонов. На обычный до сих пор меньше? Да. Или забыл уже? Обычный это да. Что можно поэту найти? Вот. Это чужие пазлы, это чужая игра. Ну пазлы не монетизируются как контент. Алло. Вы чё? Ушёл ты хуячить? Чего себе.
Я за эту неделю столько алкоголя выпил вообще, наверное, не знаю, за последние пару лет не пил столько. Ты так говоришь после каждой пьянки? Тебя просто каждый раз увеличивают. Сначала за последние полгода, ну, просто на пьянке, ну, пьянки ты напился, и потом там неделю не пьешь, например. А тут я каждый день просто ебашишь. Ну, заебись, парафон же. Да, блядь, не пукну, нажал. Там столько алкоголя осталось, как отдыхать-то вообще? Я помогу сейчас. Нет, ну, после марафона. Типа такой, да? Да, вот типа такой, по форме. Нереально, если попросишь, что, ящик не несет сюда? Да давай, ты, мы сможем. Не писал, что ему пиво наливаем, ты возьмем. Ящик пиво, отлично. Да мы сможем, нюх, не палец. Тогда нужны будут цилиндры с моноклями. Да. А бокальчики есть, такие хорошие. Не, вот если попросишь, что то принесет вот тот этот сачок алкогольный, который он привозил, вот это будет круто. Ты оху... Ты чё делаешь? Алло! Брови сверись. А вот смотрите, ссылку кидают на Твиче, и написано «You cannot playing puzzles». Cannot? Да. Вон, вон, чешерка бросил. Ну, это как основной контент, или... Ну, это как основной контент, потому что это creative fuck you. А, ну всё. Всё, тогда, тогда лесом. Всё можно. Собираем дальше. Червячков, мишек. Cannot или cannot? Cannot. Ну, типа, нельзя. Кэнон. Окушка. Там ссылку кинули. Видимо, как основной. Подожди, сейчас, сейчас почитаю. Сейчас откроем. А, ну да, вот совершенно откроем. Examples of what you cannot broadcast on Twitch creative. Да, слушай, правда, нельзя пазлы. Анбоксинг нельзя в креативе, что? Что такое анбоксинг? Ну, это когда ты... Гейминг ток-шоу. Все правильно. Там упаковочка, как коробки с приставками. Анбоксинг, гейминг ток-шоу. Или пасы. Наверное, пазлы нельзя именно в креативе стримить, а так можно, ну, то есть, ставишь какой-нибудь гейминг ток-шоу. Ну, не знаю, не подходит именно конкретно под эту категорию. Бог лоб нельзя. Блин. Почему? Интересно. Фотошоп фильм продакшн. Своим лишь пинчевый дизайн, лишь пинчевый. Видишь, Макбанку Eating Streams, Юж слышал эти. Ага, то есть анбоксинг это не гейминг. Два уровня, пять минут. Ну вот видишь, видишь, вот. Только, бро, только не психуй сейчас. Я не психуй, я спокоен. Писали тогда так, наверное. Интересно, почему нельзя пазл? Ну, пазлы, кстати, а несправедливо, действительно. Ну, это именно в креативе нельзя. А там не указано, что... Ну, ты как бы не... Там не написано, где можно, понимаешь? Ну, ты понимаешь, ты как бы не креативишь, вот в чем проблема. А, ну, не, ну это да. Чё ты, блядь, креативишь? Как ты собираешь пазлы, они все одинаково собирают. Ну, в принципе, логично, что тебе никто смотрит, не будет. Да нет, дело не в этом, дело в том, что... Ну, ну, в креативе же можно стримить только именно то, не, что ты делаешь. Не, а вот странно, смотри, в креативе можно, можно собирать лего или модель киты, но пазлы нельзя. Ну, лего это креатив, ты можешь угодно из лего собрать, что ты из пазла соберешь? Да ты же можно такие... стримить лоб. Не, сейчас такой, как, такие комплекты лего, из которых не соберешь все, что угодно. Да не, почему, ты можешь купить разных, собирать, что хочешь. Но все это креатив как-то, а пазл это такое. Странно, интересно, почему пазл? Надо помнить. Давай, блядь, ну пожалуйста. Нельзя обучать языкам, например. Нормально. Караоке нельзя. Караоке нельзя, но в Лавгейм себе караоке везел. Ну, наверное, ну, это, видимо, это тоже фильм, кто это похоже, что нельзя именно стримить в этом. Креативе, да точно, точно так. Ну, да. Потому что, ну, анбоксинг это глупо, как бы. Куча стримеров только делает, что анбоксинг постоянно, что там всякое барахло. Не-не-не, я думаю, пазл можно собирать, даже отдельную какой-нибудь гейминг ток-шоу запускаешь там, или я не знаю, ну что-нибудь. Ну да, может быть, во время. Блин, а кстати, да, вон будет, там наверное есть отдельная по категории пазл. Пазл внешней стороны собирать креатив. Да, интересно. Твич не поехавший, твич правильный, понимаешь? Потому что когда нету четкого свода правил, начинается беспредел. Это просто выкиды дикари, если считать, что ты поехавший.
Привет, Денчик. Здорово, Денчик. По красоте! Нет, Титан. Хорош. Мы берем неделю. Молодца, Брови, молодца, давай, ты можешь. Это время нашего детства. Опять же, у каждого в детстве была большая коробка, у кого из-под обуви, у кого из-под телевизора, наполненные перемешанными детальками лего. Я думаю, что у каждого ребенка, ну, нынешнего взрослого, это было. Вот, Да мы не про наш случай там говорим вообще, мы говорим, если берешь вебку, тупо стримишь вебку, ты собираешь пазл. И все. То есть, и все, идее, мы про это говорим. По идее, если это мутить в зоне креатив, то за это будет банить. Ну он не будет банить, наверное, сначала. Там, предупредит. Да, я вот имею в виду, что там современные. Ебать, что ету за игра? Ебать, это же бан, плиз. Uncharted 4, Thief's End. Платину получаем просто. Спидран за час нужно сделать. Че, все, нету модеров, все спидран. Ну и он повезло. Ну, давай. Ну, ладно, мы Блэк Смит. Мы кузнецу предлагали стримить, он сказал, что в кузне стримить очень тяжело, типа, потому что... Скучно, он похилит просто. Да, все, оборудование похилит. Из-за условий. Бан или тайм-аут? Бан. Нет, тайм-аут. Ну, хотя, чувак, да, тайм-аут, пусть это, хочет общаться, поставит русский язык себе. Ненавижу транслит, уж что за говно. Блять, ну пожалуйста, не надо ходить на него, ты ёбнутый. Блять, ну не умирай, ну не прошу. В 2016-м... Ну блять, ну ради всего святого, ну ёб твою мать, ну что ты делаешь? Пиздец. Скелеты, блядь, проебал. Не-не-не. Ёбаный, блядь, принц Перси проёбывает скелету. Вархаммер Ксавье, это... Моделинг Кис. В смысле, не понял, он принц. Он принц. Принцем станет, когда он... Титан, ну вот, ну реально, принцесс. У меня у коллег... А пока он просто бомж заключённый. Мне понравилось это образование. Принцесса он, когда... Принц он, когда... Принцесса. Логично. Но тем не менее, блядь, получить пиздец скелеты. Из современных наборов лего нельзя что-то разное собрать? Ну, да конечно, можно. Покупаешь кучу разных наборов, скидываешь такую же коробку, как бы во всех, и так же делаешь такое говно некрасивое. Все просто. Ну фиг знает. Да ничего не меняется, просто детальки более странные становятся. Так, и можно более непонятное говно делать. Которое будет вертеться, крутиться, свистеть и передеть. Там ранняя эра интернета, там, когда транслит, ну, в 2016 году писать транслитом, да это проблема андроидчиков, у них просто... Да нету уже давно этой проблемы. Нету давно этой проблемы. Эта проблема была в 2013 году у андроидов, которые там 100 раз уже пофиксили. Сейчас давай вот эти пособираешь. Блядь, ну конечно ты ж, блядь, ты меня первый нападёшь, хуй тебе. Их нереально почти... Блядь, сейчас лего, по-моему, всё, и всё, что есть. Ну основная лего звёздные войны, проще, наверное, лего Майнкрафт есть. Серьезно, я не шучу, лего Майнкрафт. Не, есть лего Майнкрафт. Я про другое. Я могу вот эти собирать. Домой, блядь, уёбан. Когда взрослеет, станет и купит большой мать его лего, я вот слышал, что такие люди специально себе заводят детей, чтобы лего там собирать с ними. Пиздос, серьезно? Да, в машинке играть. А потом что, в детдом их отдают? Не знаю. А потом дети вырастают. Ник спал вообще, спал. Я сегодня была первая ночь, когда я прям реально отрубился. То есть я просто лег полежать, закрыл глаза, открыл Гитман's Brave Battle Pass. Камни катал. Камни катал. Камни катал. Ну да, они по очереди вам напишут. Три уровня, 11 минут. Такой. Что? Как же это? Процесс-то. А я прибыл? Нет. Самое большое. Нет. Шу с ГД и как тебя? Кроме пальца Адели, бля, та же самая проблема. Не могу, блядь, печатать на телефоне. Всегда вообще совершенно не то получается. Если на телефоне даже скорость печатания замерял, 350 знаков. Ну пиздец. У меня, дай бог, 12 наберется. Это вот эти вот. Пожалуйста, спасибо. Нормально, спасибо. Ой. Тысячелетний сокол. Сокол тысячелетия. Да, я помню. Есть такая. Вообще крутяк. Я уже эту уровень не особо помню, это мне нужно сейчас. Все так говорят. Хорошо. А ты купи слона. Поверх сейчас направо иди. У тебя есть отдельный. По вторую дырку будешь падать.
где там была спискота уже пройденных игр, последний знак... Вот в эту дырку?